В Одинцовском округе проводится акция «Новогоднее чудо». Ее главная цель – оказание помощи несовершеннолетним и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию или социально опасное положение. Каждый может внести свой вклад в преддверии Нового года. Подарками могут стать игрушки, сладости, книги, школьные принадлежности и многое другое. Для участия необходимо обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского городского округа.